Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом. И сегодня мы с вами говорим, от чего зависит, как долго вы будете жить и как сильно вы будете болеть. Вы мне продолжаете писать вопросы в Телеграм, в Инстаграм. Я с радостью выкладываю, с радостью отвечаю на эти вопросы. И действительно, они для кого-то критичны. От чего зависит, как вы долго будете жить и будете ли вы болеть? Вот очень странный вопрос от Игоря с Самары, я читаю. Я считаю, что действительно это зависит от того, насколько в стрессовой нагрузке вы пребываете. Стрессовая нагрузка включает в себя гормональный дисбаланс, включает в себя труд, которым вы занимаетесь, будь он физический, либо интеллектуальный, либо его вообще отсутствие. Как долго вы будете жить, зависит от качества вашего питания, от наличия в организме различных хронических заболеваний. У кого-то это сердечно-сосудистый диабет и другие, о которых человек даже не подозревает. Также это напрямую зависит от того, какой уровень интоксикации есть у вашего организма. Если вы действительно, например, находитесь в дефицитах по селену, цинку, магнию, то, скорее всего, качество жизни будет у вас более снижено, чем у человека, у которого это в организме присутствует. Это не значит, что нужно бежать в аптеку и покупать это все. Это значит, что иногда нужно обратить внимание на продукты питания, которые содержат данные микроэлементы. Дальше. Качество жизни и вот его возможности напрямую зависят от того, насколько вы когнитивно и физически сильны. Если абсолютно нет сил, если нет какого-то такого состояния подъема, то, соответственно, очень важно задуматься о том, насколько вы занимаетесь тем делом, которое вам интересно, насколько вы находитесь в полноценных отношениях, которые вам приносят качественную близость, и насколько вы физически здоровы. Это очень важно. Если есть проблемы по физике, то мы разбираем чисто физику с вами. Дальше. Ваша жизнь напрямую зависит от уровня психических ваших закрытых возможностей. Если в психике очень много дисбаланса, и вы сталкиваетесь с тем, что не можете объяснить, не можете понять, не можете принять. Это все задействует вашу парасимпатическую систему. И каждый раз, когда высокий уровень стресса, мы получаем тревогу, возбуждение, бессонницы. У кого-то и мочеиспускание, у кого-то это другие проблемы. Поэтому уровень стресса – это важный показатель, будете ли вы болеть, в принципе, потому что даже иммунитет полностью снижается, испытав один долгосрочный стресс. Так, дальше. Очень ваша жизнь зависит, насколько вы контактируете с природой и выходите из гаджетов и всего-всего-всего вот этого инновационного. Чем больше вы получаете света, солнца, улыбок, тем действительно качественнее ваша жизнь. Друзья, кто не согласен, пишите. Кто согласен, тоже пишите. В августе у нас стартует курс «Жизнь без невроза». Приходите, приходите в консультации. Там мы говорим о самом-самом главном. И еще, действительно, ваша жизнь и качество ее зависит от работы вашей печени, сердечно-сосудистой системы и, конечно, ваших гормонов. Поэтому будьте здоровы, следите за всем вовремя и обращайте внимание на детокс.